Только посуды накопилось. Дед, хватит жрать, а то я все стою, посуду мою, 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 мою. Ну надоело же уже. Ну хватит, я же не гимнаст. Ничего, дедушка, побудешь гимнастом. Где эта куколка делась? Кукусики, дедуль! Где я? Что со мной опять происходит? Привет, ребята! Я не понимаю, где я и что со мной происходит, но я обязательно попытаюсь выяснить это. Если тебе это интересно, ставь лайк, и мы начинаем! Я проснулся в какой-то странной комнате. Я тут еще не был. Интересно, а кто тут живет? Надо это выяснить. Опа, а что это тут лежит? Это лом. Обязательно его возьмем, нам пригодится. А вот и ящик. Его можно открыть. И как раз лом пригодился. Ну что же лежит в этом ящике? Крутяк! Это шокер, электрошокер. Кому-то будет горячо. Ха-ха-ха. Я думаю, что надо тут пошуметь и посмотреть, кто придет. Так, пошумим и прячемся за дверь. Сейчас остается только ждать. Как я не люблю ждать. Ну вот, я слышу, кто-то идет. Кто тут шумит нанизу? Кто тут лазит? Моя куколка сбежала. Никого нет. О! Ха-ха, приветики, бабка. Это ты тут живешь? Ты что, дом поменяла? Ты что творишь? Ты что делаешь? Вот моя куколка проказница. Ну сколько можно говорить? Я не твоя кукла. Кукусики, я дед. Папец, а ты кто такой? Напугал меня. Получай, дед, пугаешь меня только ходишь. Вот дедулька, куколка расшалилась тут. Ты что творишь? Что ты творишь? Вот эта кукла проказница. Ну хватит, я же не гимнаст. Ничего, дедушка, побудешь гимнастом. Смотрите, ребят, как он прикольно в дверьке застрял. Ха-ха! Дедуль-пердуль! Ничего себе! Тут какой-то дед еще живет! Я попал в дом бабки, Гренни и деда! Вот это прикол! Так, надо пойти посмотреть новый дом бабки. Ведь мне интересно, когда эта бабка успела себе деда найти? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, поиграю я. Она появилась. Так, пойду-ка я посмотрю, где дед. Наверное, опять ванную комнату занял. Дед, выходи, выходи, хватит сидеть на туалете. Вот блин, он же глухой. Совсем забыла. Кукусики, ты за моей бабкой наблюдаешь. Получай. Вот блин, капец. Так, неожиданно этот дед появился. Капец, защитник бабки. Так, пойду-ка я в комнату. Дед, ты где спишь? Не могу тебя найти. Почему у нас такой большой дом? Вечно тебя искать тут надо. Бабка, ты чего кричишь? Раскричалась тут крикунья. Появилась. Чего раскричалась? Я в подвале сидел. Ладно, пойду понаблюдаю. Может, куколка объявилась. А я пока пойду посуду помою. Только посуды накопилось. Дед, хватит жрать. А то я все стою, посуду мою, 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 мою. Ну надоело же уже. Куколка, иди сюда. Нет, бабка, я хочу убежать от тебя. Я не твоя кукла, но сколько можно? Куколка, ты куда бежишь? Стой, стой, дед, лови ее. Ты меня не догонишь, бабка. Хватит, хватит бегать. Я уже устала, 7 потов сошло. Дед, ну ты где? Дед, помогай. Вот пердун старый, вечно мне все надо делать за тебя. Иди сюда, куколка моя, будем играть. Ха-ха, бабка, попробуй меня поймать. Фух, убежал. Ну что ты развопелась? Иду, иду, пойду по камерам посмотрю, кто там? Ай, лень по камерам смотреть, пойду-ка я лучше посплю. Там точно стоит бабка и ждет, надо закрыть дверь на замок. Так, закрываем, одеваем ключ, все, готово. Сейчас никто не может сюда зайти, в эту комнату, ха-ха. Кто тут заперся? Сейчас я открою дверь и поколочу. Ха-ха, бабка, ты не сможешь открыть дверь. Пойду я с другой стороны посмотрю, как она открывает эту дверь. Вот ты где, не убежишь от меня. Получай, ха-ха-ха. А, я запутался, нет, нет, даже слов нет. Вот блин, капец, эта бабка прохаванная старушка. Какой подвал, вот этот крутяк. Сегодня план уплыть на лодке. Если, конечно, бабка и детка меня отпустят.
Но я у них спрашивать не буду. А вот я и нашел ключик от дробовика. Берегись, бабуль и дедуль. Ха-ха-ха. Поймаю тебя и поколочу. Получай, папка, и дед тебе не поможет. Я вижу тебя, ну вот, блин. Ну что ты бурчишь уже, как старый дед, пердон. Я нашел идеальное место, с которого можно просмотреть все комнаты. Посмотрите, ну просто идеальное расположение, чтобы ждать бабку и деда. А вот и дед. Где же бабка? Выходи, я тебя жду. Куколка, давай поиграем, только не убегай. Давай, дедуль, давай. Получай, ха-ха. Вот непослушная кукла. На шее у деда висит ключ от секретной комнаты. Мы его заберем. Кто тут играет без меня, а? Присоединяйся, бабка! Ха-ха! Получай, бабка! Отдохните! Вы же старенькие! Вам надо отдыхать! Так, сейчас я пойду открою секретную комнату и узнаю, какой дед хранит секрет. Так, открываем! Крутяк! А это камеры! Вот секрет деда! Он наблюдает за нами! Капец какой-то! Так, а это что за лестница? Куда она ведет? Вау, это чердак! А тут что спрятано? Интересненько! А вот и дверь! Попробуем ее открыть! Открываем! Класс! А это секретный шкаф! Надо посмотреть, что тут спрятано! Чтобы его открыть, нам надо кусачки! О, и тут шкафчик! А что тут прячется? Класс! Это руль от лодки! Надо его отнести к лодке! А, капец! Дед, лови руль! Блин, ну почему ты не споймал? Куколка, стой, стой! Не убегай! Так, я думаю, дед ушел, пора вылазить! Куда это куколка пропала? Вот я глухой, ничего не слышу! Пойду по камерам посмотрю! Ха-ха-ха! Гренни, иди сюда! Где ты там лазишь? Ну, берегись, дедушка! Сейчас я тебе покажу, как наблюдать за нами! Где эта куколка делась? О, она тут! У меня за спиной! Кукусики, дедуль! Ха-ха-ха! Вот, блин! Кто тут мой покой нарушает? Это я, бабка! Ух, ничего себе, она отлетела! Вот это прикольно! Сейчас нам надо кусачки, чтобы открыть секретный шкаф и посмотреть, что хранят бабка и дед в шкафу! Открываем! А это муж! Слендерины! Капец! Кукусики, смотри, я научился болтать ногой! Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Капец! У нас есть ключик от ворот! Бежим открывать ворота! О, бабка, ты меня караулишь, что ли? Откуда ты свалился? Почти мне на голову упал! Почти не считается, бабка! А если бы упал, было бы прикольно! Сейчас я тебя поймаю! Вот, блин, мне интересно, где лазит дед? Ничего мне помогать не хочет! Дед, ты где? Пойду я деда поищу! Мне тоже интересно, где же он спрятался! Я тут! Искали меня? Да, дедуль! Конечно, я тебя искал! Открываем ворота! Класс! Мы открыли ворота! Сейчас соберем лодку и свалим с этого дома! Мы собрали все части для лодки. Посмотрите, какие части нужны, чтобы уплыть на лодке. А это свеча, руль и ключик от лодки. Ну и, конечно же, топливо. Побежали, соберем лодку. Я готов убежать из этого стрёмного дома. А вы, ребят, готовы? Я думаю, готовы. Ну что, уплываем? Куда это ты собрался? Стой, стой! Гренни, Гренни, беги сюда! Куколка уплывает! Это все ты, дед, виноват! Упустил мою куклу! Гудбай, бабуль, дедуль, прощай! Ура, я собрал лодку и уплыл от них! Этот дед гнался за мной до последнего, но я от них уплыл! Ура! Стой! Вот блин! Ай! Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Га!